Козя. 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 Он запуганный. Он запуганный. Запуганный, конечно, его сейчас каждый день, если ветеринар приезжает, гоняет. Я боюсь, что не приезжает каждый день. Но вот общаться совсем не хочет. Общаться не хочет. Хотя очень общительное животное. Ой, ребенок. Коза, иди сюда. Коза. Коза, иди сюда. Иди сюда. Костик, смотри, какие цветочки. Молодец, вкусные. Ну, какие вкусные цветочки для тебя. Может, на ногу становится. Ну, козленочек, идем тебе травку покормлю. Козя, Козя. Идем ты, мой хороший мальчик. Тогда Костолом сотворил очередное. Смотри, как она снизу распухла. Снизу? Конечно, снизу распухшая вся. Ужас. Слушай, это больше на перелом уже похоже. Ножка болит, да. Ну, почесать еще ножку можно. Ну, ты мой хороший мальчик. Ну, хочешь другую травку? Ну, какую? Выбирай. Здесь много всякой травки. Выбирай, что тебе нравится больше. Доверие животного по-прежнему остается, несмотря на все, что вот пришлось, да, претерпеть, да, к нам он доверие проявляет, конечно. Зря говорят, что животные добро помнят значительно лучше, чем люди. Если все это перейдет на копыта, то это уже все, это многопотерянное животное. По доброму делу, это на того ветеринара, который вот так лечит, это в суд надо подавать и все. То есть он опять совершил ту же самую ошибку. Вместо того, чтобы гной снизу начинать сцеживать, он сверху его опять. Ну и плюс то место без этого самого, без дренажа, да, оно без получается дренажа, срослось, без ничего, и да. Это самый гной не вытек оттуда, он остался и опустился еще ниже. Да. Кушаем травку, веточки, да, никого не обижают, только нас все обижают, да. Сразу под шерстью сплошные ребра. Каждое ребро можно прощупать от и до. Без всяких ошибок, что переключился на другое ребро. Все прощупывается. Да, вот он, ребенок. Сколько еще будем мучиться, ребенок, с тобой, да? Иди, мой хороший, да? Ты мой хороший.
Что там у него? Что?